Хей-хей, ты на канале Пикей. Давайте вкратце взглянем на то, что было в прошлой серии. Нам нужно было заспавниться в Светлоярске, чтобы залутать свой труп. К счастью, когда мы до него добежали, все было на месте. Лутая город, мы обнаружили несколько новых зомби, среди которых был призрак и болотная тварь. А также мы нашли чей-то почти собранный Гюнтер. Кемпить не было желания, поэтому мы двинули в Хельм. В Хельме же мы обнаружили бункер, но, к сожалению, залутать мы его так и не смогли по причине того, что мы просто сильно перегрелись. Поэтому двинули дальше в летний лагерь «Дружба». А там, как назло, оказалась дикая холодина. Рискнув найти там что-то путное, мы нашли только приключения на свою жопу, так как на нас загрелись все зомби. И облутав этот лагерь до конца, единственное, что мы нашли, так это букет болезней. Попытка спастись противовирусным ничего не принесла. Поэтому мы снова сбросили с себя весь шмот и рванули респавниться, дабы залутать себя. Но умерев раз 20, я понял, что здесь всего лишь две точки спавна. Это либо село Доброе возле Светлоярска, или трейд возле Тихого залива Милитари. А мне, к сожалению, не подошел ни тот спавн. Поэтому я плюнул на лут и ушел спать, в надежде, что уже в следующей серии мы найдем лут получше. Так, народ, раз мы вчера умудрились проебать весь свой лут, у меня сегодня появилась хитрая идея. Спавнимся мы, значит, в Тихом заливе Милитари и кипарем бежим, лутаем военку. Да, мы скорее всего сдохнем от радиации, но наша задача — вынести оттуда как можно больше лута. И похер, сколько раз нам придется умереть при этом. Так что пожелайте мне удачи и поддержите меня лайком, а я пока начну лутаться. Будем надеяться, что сейчас мы найдем много всего полезного. Вынесем отсюда. Опа. Опять глюки у него. Вынесем отсюда. Скинем где-то в безопаске. И потом уже полноценным кипарем придя, заберем все это добро. Так что пока стараемся не палиться. Блять, мы кашляем, пиздец как громко. Еще зомбак, сука, все, спали. Ладно, хуй с ним. Все, быстро оббегаем, чекаем. Бегом, 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 нужно вынести все, что можно. Пока нихуя что-то нету. Так, есть флешка, пойдет. Давай, 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 что это такое? Отток прицел, отлично, пойдет. Так, отойди, отойди нахуй. Заебись, идем. Так, тут что? Аптечка, блядь, взять не могу, сука. Блядь, взять не могу аптечку ебучую. Ладно, хуй с ним, бежим дальше. Тут что? Тут что? Нихуя. Стоп! Рюкзак! Блять! Рюкзак с химкой! Петляем, петляем, петляем! Твою мать, что со мной? Блять, у него походу галюный пиздец! Лезь, блять, лезь! Сука, лезь! Блять! Блять, умерли! Ладно, все, быстро респавнимся и бежим обратно сюда. План работает. Мы нашли топовый лут, нужно срочно его забрать. И тут перед нами, и там перед нами. Ладно. На шифту забегаем. А где мы? Где мы? Где мы, блядь? Наверху? Сука, нашего лута-то нет нихуя. А где он? Приклад, блядь, какой-то. А где наш лут? Где наш труп? Сука. Вон наш труп. Так, аптечку в руки. Блять, рюкзак. Твою мать. Рюкзак успели взять? Не успели. Сука. Рюкзак, рюкзак. Блять, аптечка, твою мать. Не подводи, блять, мне рюкзак надо взять. Сука, фулл сет химки, блядь, беги, беги, выноси. Фулл сет химки, парни. Надо залутать, блядь. Надо возрождаться, пока мы, блядь, не вынесем это. Фу, блядь. Я не знаю, сбросил ли это кто-то, или это счастливый подгон от Дейза, не знаю. Но за столько дней, сколько мы намучились в поисках нормального лута, найти фулл сет химки — это просто имба. Единственный минус, что рюкзак у нас сейчас руинит. И больше всего меня смущает в том, что, блядь, он просто может пропасть.
А этого бы вообще не хотелось бы, пиздец, если он пропадет, будет обидно. Фулл сет Химки, блядь. Так, есть, заспавнились. Быстро двигаем. Пока, блядь, ничего не пропало. Будет крайне обидно, конечно, такой лут найти, блядь, и все это проебать. Даже хуй с ним, буду бежать на шифту, блядь, проебу еду, скорее всего, воду, блядь, ну а что делать? Блядь, фулл сет Химки, парни, ну вы чё? Кто еще кипарем, блядь, находил фулл сет Химки? Я же с ней сразу могу в пава ворвануть, блядь. А там и на тисы уже. Блядь, да не кашляй ты. Сука, сейчас зомби спалил какой-то, походу. Ладно, хуй с ним, бежим. Бежим, 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 вот наш труп, так. Блядь. А рюкзак? Рюкзак где? Сука! Ну пиздец, блядь. Пропал. Пропал рюкзак. Просто очень-очень хуёво. Блять, надо хоть что-то засейвить уже, блять. Скину пока здесь, побегу, посмотрю, что там еще осталось. Что мы еще можем отсюда вынести? Так, забираем все, что можем. Теперь главное сюда все выбежать. Сейчас давайте глянем, что еще наверху тут есть. Может, что-то заспавнилось. Нет, походу, нихуя, да? Да, собрали всех, кого только можно было. Повезет, вынесем еще этот лут. Блять, ты на поводке, что ли, бежишь, сука? Че с тобой, дядя? Давай, 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 выбегаем как можно дальше. Ну вот и все, блядь, сдохли. Ну что, частично, конечно, мы что-то вынесли, но мы проебали самое главное, целый комплект химзы. А это в этой игре, это просто, блядь, имба. Это тебе от дождя, блядь, защищает, и от холодной, и от жаркой температуры, блядь, да просто от всего, блядь, и от радиации в том числе. Короче, настроение просрато. Играть сегодня уже реально нету сил. Для вас, конечно, это было 5 минут экшена, а для меня это 40 минут респавнов и мучений. Я, конечно, постараюсь заспавниться и залутать себя, но на том и выйду из игры. Поэтому обязательно поддержите меня лайком и подпиской и присоединяйтесь ко мне уже в следующем видео. Всем удачи, всем пока.